Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания. И сегодня вам покажу, как пересыпать вермишель из мешка в банку. Открываем его вот так. Вот этот кончик мы засовываем в банку полностью. И постепенно ее вот так вот... Ой, там дырка. И можно вот так вот весь мешок засунуть туда, чтобы избежать дырку. Чтобы через дырочку у нас ничего не попало. И вот так вот трясем по чуть-чуть. Мешок пустой и вермишель вся в банке. Давайте закроем, я ее покажу. Вот. Вот она вся. Ну вот и все. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, как вы пересыпаете вермишель в банку. Может быть, какие-то другие есть варианты, напишите мне обязательно. И всем пока-пока.